уходить раньше времени в мир иной Нигматуллин никогда не собирался. Наоборот, многого хотел достичь. Когда-то от руки переписал 2 тома «Войны и мира», чтобы грамотно говорить по-русски. Закончил престижный киноинститут и высшие сценарные курсы. Упорными тренировками превратил себя в атлета. Эту трепетную поэтическую душу мало кто замечал. В какой-то момент он решит, что сможет изменить свою жизнь с помощью восточных духовных практик. Но в своих духовных поисках Нигматуллин доверится страшному человеку. Абай Бурубаев, придумавший собственное учение и секту с претенциозным названием «Четвертый путь», жаждет власти. Его будут избивать впятером почти 10 часов. Он не сопротивлялся, очевидно, считая вначале, что это очередная проверка. Потом просто не осталось сил. Мой отец не сопротивлялся не потому, что он там боялся или еще чего-то, а потому что он верил, что так надо, что его учитель его тем самым учит.